20 дней остается до вечера профессионального бокса в краевой столице. Сразу 10 поединков увидят зрители 22 декабря. Основным боем станет схватка двух ярких спортсменов – Артыша Лапсана и Василия Штыка. Боксеры прежде встречались между собой и победу одержал последний. Нас с вами ожидает реванш, на который спортсмены настроены решительно. Кто-нибудь закончит нокаутом, я вот тоже думаю реально то, что так и будет. Потому что у нас вот реально манера ведения боя такая, что ну мы любим драться, как бы это странно не звучало, да? Если предоставится возможность закончить бой раньше, я и воспользуюсь. Главными организаторами поединка выступили известные в России спортсмены и промоутеры. Один из них – чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. По его мнению, вечер боев для Алтайского края – это отличный подарок на Новый год. Большие впечатления, большие эмоции в преддверии нашего вечера. Я очень надеюсь, что мы прекрасно закончим год. Мне кажется, это будет прекрасное зрелище. И зрители должны оценить и прийти. Мы ожидаем большое количество. После пресс-конференции боксеры провели открытую тренировку и показали, на что способны. Организаторы обещали, что зрителей ждет немало сюрпризов, но держат их в секрете. Гарантируют одно – бои будут яркие и эмоциональные. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.